В этом году завершится работа по созданию центра обработки данных в технопарке «Жигулевская долина». Новость озвучил вице-губернатор Александр Владимирович Кабенко на сегодняшнем заседании экспертного совета технопарка в Самарской области. Дата-центр станет одним из крупнейших по мощности в России. Он позволит решать сложные вычислительные задачи без потерь, хранить данные и обрабатывать их. Сюда, например, планируется завести электронное правительство Самарской области и центр обработки вызова 112. Также это позволит удаленно работать в технопарке его резидентам из других регионов и даже стран. Появляются новые возможности для регионов в части переноса своих вычислительных мощностей на площадку Жигулевской долины. И мы более предметно с точки зрения оказания услуг сможем работать с крупными промышленными компаниями.